У вас будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение с 31 января по 2 февраля. Такие объявления появились на подъездах дома номер 4 на улице Строителей. Его жители пожаловались в администрацию города на низкую температуру в квартирах этой зимой. Обслуживающая его управкомпания вместе с ресурсоснабжающей организацией приступили к работам на внутридомовых сетях. Предстоит реконструкция теплоузла. Мы вышли, проверили, убедились, что действительно система отопления работает не в полном режиме, есть замечания. Создали комиссию при администрации города, плюс с ресурсоснабжающей организацией. Вышли на дом и разбирались в параметрах, которые приходят на домовую систему, где не было перепада объема и теплоносителя. В связи с чем на сегодняшний момент работа все еще проводится по наладке системы, для того, чтобы у людей было тепло в квартирах и температурный режим соответствовал. Причины отсутствия отопления либо неудовлетворительного отопления могут быть несколько причин. Первая причина – это аварийная ситуация, которая могла произойти на сетях либо многоквартирного дома, либо на инженерных сетях, которые обеспечивают подачу тепла в дом. Здесь необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию, а также в диспетчерскую ресурсоснабжающую организацию, узнать сроки устранения и вообще причин. Также причинами отсутствия отопления могут быть попадание воздуха в отопительную систему и перекрытие стояков с радиаторами с самими жильцами. Но в данной ситуации проблему устранят специалисты на самом теплоузле.